Хотите заниматься популярным видом фитнеса? Хотите улучшить гибкость, координацию в пространстве, а заодно приобрести великолепную фигуру? Растяжка на петлях TRX станет отличным решением. TRX плюс стретчинг – это отличная комбинация. На петлях TRX можно выполнять комплекс упражнений, направленных на растяжку мышц и связок, что способствует повышению гибкости тела, улучшению кровообращения и снятию лишнего напряжения. За счет смены интенсивности нагрузок, а также комбинации различных видов растяжки, в процессе работы оказываются задействованы все группы мышц. Структура тренировки построена по такому принципу. Разминка для общего разогрева, комплекс упражнений для развития гибкости, снятие с напряжения и расслабление всех групп мышц. При помощи петель TRX растяжка превратится не только в приятное времяпровождение, а также в интересную тренировку, в которой вы даже попробуете зависнуть в воздухе на шпагате и не только. Опора на петли поможет поддерживать ваши мышцы в течение тренировки в разогретом состоянии. Приятным бонусом к тренировке является укрепление мышц спины. Стретчинг на подвесных петлях лишен силовых упражнений, позволяющих быстро накачать мышцы. Это щадящая методика, направленная скорее на ускоренное сжигание лишних калорий, равномерное распределение нагрузок, глубокую проработку мышц тела, укрепление мышечного каркаса, в том числе мышц брюшного пресса и спины, отвечающих за красивую осанку, развитие гибкости и ловкости, особенно важно для людей с малоподвижным образом жизни. Те, кто сегодня выбирают TRX Stretching, получают заряд бодрости, повышение работоспособности, а заодно укрепляют здоровье. Регулярная растяжка на TRX позволяет поддерживать себя в великолепной физической форме без перенагрузок и побочных эффектов.